Скорость остановки маховиков. Выключаем питание. Левый тонвал остановился практически мгновенно. Это аппарат горячий, и на горячую сейчас стартует очень хорошо. Что левый, что правый тонвал. Выключаем питание. Включаем, выключаем. Включаем, выключаем. Видно, что нижний тонвал подклинивает, и в основном примерно в одних и тех же местах. Горе, короче говоря. Каких-либо заметных заусенец на валах или во втулках на глаз ничего не видно. Наверное, будем разбирать и внимательнее смотреть. Микроскопа-то нет. Ну, вот такая вот история.